Петропавловск вошел в число российских муниципалитетов с лучшим уровнем прозрачности закупок, сообщили в мэрии краевого центра. По итогам национального рейтинга Петропавловск занял 4-е место в наивысшей категории «Гарантированная прозрачность». Участниками рейтинга в этом году стали 422 заказчика, среди них 85 крупнейших муниципальных образований. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.